Вітаю, Славутичан. Сьогодні нашим гостем є директор комунального підприємства «Славутич Водоканал» Костянтин Джелелян. Вітаю вас, пане Костянтин. Добрий день. Вода в організмі людини є життєво необхідним елементом. І без неї ми не уявляємо наше життя. Тому важлива і її якість. От, власне, два рази на рік ваше підприємство має доводити до відома своїх споживачів про якість води. Проводити такий аналіз, коли востаннє він проводився і що показав? Ну, аналізів на самом деле у нас проходить огромное количество. Ну, для примера я вам скажу, что за прошлый год лаборатория химико-аналитического контроля было произведено 48 тысяч анализов. По поводу размещения информации, согласно требований, на нашем сайте ежемесячно обновляются параметры качества воды, которые абсолютно полностью соответствуют державным санитарным нормам качества питьевой воды. Угу. Тобто, в принципе, чисто теоретично мы можем пить воду из-под крана. Конечно, она у вас абсолютно питьевая. Добре. Окрім аналізу води, які ще роботи проводяться КП «Славутич Водоканал»? Можливо, в минулому році там вдалося закупити якесь устаткування або зробити ремонти. От, власне, коротко підведемо підсумки. Давайте кратко розкажу о проведеній роботі, Водоканала за прошлый год. Ну, Водоканал, всім известно, конечно, оказывает услуги водоснабжения и водоотведения. За 2020 год нами было поднято 1,1 миллионов кубов. Потери составили 275 тысяч, в принципе, в пределах допустимого. За 2020 год водоканалом было устранено 18 порывов. В основном порывы происходят на городских водопроводных сетях и немного на скважинах. Для кого не секрет, что системы водоснабжения достаточно старые. Строились они в городе единовременно, трубам более 30 лет, и можно сказать, что фактически они уже изжили срок своей эксплуатации. По крайней мере, по нормативным и документальным, они уже прошли свой срок эксплуатации. За прошлый год было еще заменено более 1000 метров погонных водопроводных сетей. Большая часть, конечно, из сетей была восстановлена на промзоне, там есть большие проблемы с сетями. Произведено было и закуплено более 20 задвижек. В основном они были заменены в Прибалтике, потому что в Прибалтике, можно было сказать, что по задвижкам был самый проблемный участок. При происхождении любого из порывов там, в Рижском или в Таллинском квартале приходилось отсекать до двух кварталов. Хотя по нормальной схеме у каждого дома должна быть своя задвижка, и в случае происхождения порыва просто отсекается дом. Поэтому начали мы замену задвижек с Прибалтики. Теперь в Прибалтике при порывах гораздо удобнее работать и меньше доставляет проблем жителям. Так, из оборудования было куплено 4 погружных насоса ИЦВ, насосы для скважин. То есть у нас на самом деле в работе на сегодняшний день более 10 скважин. Город имеет вообще запас в 30 скважин. Ну, при таком потреблении воды, которое потребляет сейчас город, скажем так, такое количество скважин не нужно. Но насосы украинского производства, они, конечно, дешевые, но они очень быстро выходят из среды, они очень быстро выходят из строя. Поэтому раз в два года насосную базу нам приходится обновлять. Но с учетом, что у нас средств не так много, по 4-5 насосов ежегодно мы покупаем. Так, вернемся еще к лабораториям. Вот химико-аналитическая лаборатория была произведена более 48 тысяч анализов. Лаборатория химико-аналитического контроля сточных вод было произведено 30, почти 30 тысяч лабораторных анализов и отобрано более 16 тысяч проб. Также мы обслуживаем канализацию, и поэтому ежедневно практически происходит засоры канализации. И за прошлый год было устранено почти 140 засоров. Согласно правилам эксплуатации системы канализационной, необходимо ежегодно проводить промывку канализационных фекальных систем. И в прошлом году нами было промыто 31 километр канализации. И за счет таких достижений, что мы успели сделать в прошлом году, в Белгородском было проложено 55 метров новой канализации. Для жителей этих домов, Белгородский там 5-7 этот двор, им всегда доставляло много неудобств с канализацией. При строительстве домов был контруклон.
То есть и канализация, скажем так, при небольших даже засорах обратно возвращалась в дом. Поэтому мы просили в прошлом году из городского бюджета средства, нам выделили эти средства, и было полностью переложено на два дома канализация. И также устранили вечную проблему Ереванского двора. В Ереванском дворе постоянно собиралась во время ливней огромная лужа. Дети, конечно, радовались, всегда плескались, а жители не могли выходить с подъезда, у них уже начало подтапливать. В общем, мы нашли техническое решение. То есть оптимальный вариант это был переложить полностью в этом доме ливневую систему. Ну, это достаточно затратно, там порядка 400 тысяч стоило. Мы нашли более дешевый и простой вариант, он пока временный. Мы врезали ливневку в фекальную систему, что в принципе, конечно, неправильно и запрещено нормами. Но нужно было выходить как-то, и мы все-таки Ереванскому дому помогли. Врезали ливневку в фекалку, тем самым устранили эту лужу, которая там десятилетиями стояла. Ну, вот основное все. Угу. Також є питання від словотичан, в яких з кварталів та вулиць міста є нагальна та першочергова потреба в заміні магістральних водопроводів. Ну, по водопроводам, я скажу так, у нас в городі все більш-менш рівно. Є велика потребність в заміні все-таки фекальних систем по водоотведению, потому что вышеуказанным Белгородским у нас есть такая же проблема под Белиском по первому дому, в Ереванском есть проблема, то есть больше всего необходимо, конечно, канализацией заниматься. Угу. С канализацией, во-первых, там более активная среда, если водопроводные системы у нас в более хорошем состоянии, допустим, чем Чернигов или Киев, все это связано с тем, что у нас вода проходит обезжелезивание, а после мы обрабатываем гипохлоридом, производим обеззараживание. Из-за того, что у нас в воде содержится небольшое количество хлора, из-за этого хлора системы, скажем так, в них не накапливаются микроорганизмы, прочие отложения. То есть у нас водопроводная система гораздо в лучшем состоянии, нежели в Чернигах. Опять-таки из вышеупомянутого, из-за гипохлорида. Часом словотичани нарікають на складнощі у передачі показів лічильників. Які існують варіанти і чи працює програма «Домовичок»? Да, проблема в этом есть. Ну, на сегодняшний день, смотрите, как происходит у нас передача показаний. При достижении там, 22 числа каждого месяца у нас два человека службы сбыта и три контролера, имеющиеся в штате. То есть пять человек всегда сидит на телефоне. Из-за того, что для удобства пользования у нас настроена переадресация между всеми этими пятью телефонными номерами, телефон дает длинные гудки. И многие люди обращаются с жалобами, говорят, что невозможно дозвониться, у вас не берут трубки. На самом деле они просто заняты. Потому что идет переадресация с одного на другой, со второго на третий. Телефоны все, то есть там, они буквально даже там, по своим личным нуждам в санузел. Яка є альтернатива? Не могут уйти во время приема. Нет, смотрите, дальше у нас происходит прием показаний через сайт. Через сайт, ну, единственное, что там нет личного кабинета, это немножечко неудобно, но оно работает. На сегодняшний день у нас заключен договор, нам разрабатывают личный кабинет. Надеемся, что через месяц-два он уже у нас появится. В личном кабинете, по крайней мере, можно будет видеть историю своих платежей и историю своих передач показаний. Домовичок на сегодняшний день работает. Единственное, что он не работает под iOS, он работает только на Android. Были с домовичком периодические проблемы, там, они такого технического состояния, если у человека плохой интернет, там время отклика стояло короткое, то есть иногда пропадали показания. В прошлом году мы заключили тоже договор с Taurus Quadro. Taurus Quadro уже, можно сказать, закончил модернизацию домовичка. Мы, скорее всего, на следующей неделе его будем тестить, доделывать и запускать. И, скорее всего, он сразу у нас будет работать и на системе iOS для айфонов, и для андроидов, для более распространенных. То есть, скажем так, новый обновленный домовичок вот-вот там, в течение месяца уже появится. Мы об этом сообщим горожанам. В нем будет удобнее работать, там не будут пропадать данные, у нас хорошо будет синхронизироваться обмен информацией с нашей системой. То есть, ну, пока планы такие. Запустить личный кабинет, практически обновится домовичок. Ну, из таких еще, смотрим, из недорогих решений, достаточно сейчас популярные Viber-боты, Telegram-боты. У нас пару обращений было
от славуческих, причем, кстати, молодых программистов, к нам обращался недавно мальчик, предлагал свои услуги, то есть, ну, возможно, воспользуемся его услугами и сделаем один из ботов какой-нибудь, не знаю, Viber, Telegram бот. Это тоже удобно. Добре. Повірка лічильників викликає масу суперечок. Як одна з таких, за чий рахунок має відбуватися власне перевірка оцих лічильників? Да, кстати, вопросов по этому поводу, по повірці за чий счет возникає дуже багато, тому що, во-первых, обильно в соцсетях розпространяється одно і то же діло з ссылкой на Верховный суд. Это діло старое, його виграв чоловік і абсолютно законно, тому що на момент совершение этих действий еще действовал закон, где водоканалы были обязаны проверять за свой счет. Просто судебная система достаточно всегда затяжная, и дело длилось несколько лет, и пока оно длилось, изменилась законодательная база. В 2018 году в закон о метрологии были внесены изменения, и там четко показано, что все-таки системы то есть счетчики внутриквартирные считаются распределительными. Распределительные счетчики проверяются за счет владельца таких. То есть за счет водоканала проверяются общедомовые счетчики тогда, когда они у нас появятся. То есть в перспективе давно уже вошел в силу закон о коммерческом учете. Мы еще год назад должны были поставить общедомовые счетчики. Существует методика расчета по общедомовым счетчикам. Но, к сожалению, нет у нас средств установить на весь город только по холодной воде. Счетчики стоят порядка 2,5-3 миллионов. Также и по горячей воде. Когда они будут установлены, то есть тогда начнется уже использоваться коммерческий учет. Не знаю, пока мы далеки от этого, но надеюсь, что мы их скоро сделаем. Угу. Поэтому на сегодняшний день поверку осуществляет киевская организация. А чему в Славутичи немає такой послуги? Ну, на самом деле еще буквально год-полтора услуга эта была. Ее предоставляла КП УЖКХ, у них стояла стационарная проливная установка. Потом с установкой, так как не всем не секрет, УЖКХ находится в стадии банкротства, установка требовала серьезных вложений, ее нужно было опять и пересертификацию проходить, в общем, и как-то так начали они отказываться, не успели переделать, я так понимаю, все документы. И установку уже, ее нужно покупать новую, скорее всего, потому что та установка достаточно устарелая. Стоит установка там порядка 500 000. Ну и КП УЖКХ в связи с тем, что уже вступил в силу новый закон, и ответственность и обязанность поверки счетчиков легло на население, поэтому, видимо, они решили этим не заниматься. Возник серьезный вопрос. Мэр давал нам задание, нам и КП УЖКХ срочно решить эту проблему. Каким-нибудь образом привести хоть какую-то организацию, потому что наступил период, когда полгода уже никто не проверял вообще в городе, не оказывал услуги. Поэтому мы обратились в Чернигов водоканал, они нам посоветовали, что организацию, которая производит поверку у них, и еще в десятке, я так понимаю, городов Украины, они производят поверку счетчиков переносной проливной установкой. Ну, во-первых, это немножко удобнее населению, потому что поверка счетчиков осуществляется без демонтажа. То есть ранее, когда нужно было счетчик снимать и вести его на проливную установку, этот, ну, два раза должен был к вам прийти мастер, согласовать время, унести счетчик, либо поставить счетчик из обменного фонда, либо вставить вставку, скажем так, которые постоянно то сочились, то протекали, с ними возникали проблемы. Сейчас с переносной проливной установкой немножко удобней. Пришел человек с чемоданом, подключился, за 15 минут снял показания 4 счетчиков, ушел. В общем, да, единственное, что тоже было у горожан много возмущений. Они подняли на 50 гривен свою цену. Ну, мы на них влиять не можем. Связывались с ними, просили их оставить прежнюю цену в 250 гривен. Но они сказали, что все дорожает, они вынуждены поднять цену. И подняли ее везде. И в Чернигове, и в Киеве, и в ряде других городов. Угу. Також на сторінці КП «Славутич водоканалу» у Фейсбуці було повідомлення, ну, яке меседж такий, якби, до славутичан, що унітаз – це не смітник. Да. Наскільки славутичани дотримуються цього правила, так би мовити? Ой, це сложний вопрос. Когда-нибудь надо будет взять наше славутське телевидение, съездить на наши каналізаційно-очисні сооружения. Що там можна знайти, як то кажуть? Найти можна все. От пеленок, прокладок до фуфаек. То есть дома его еще
времени работы, то есть это когда еще водоканал находился в составе УЖКХ, был даже инцидент, когда была забита канализация настолько, что несколько кварталов, Черниговский, Добрынинский, буквально 2-3 дня вообще сидели, ну это было лет 10 назад. И на удивление всем, там, когда приехала черниговская и киевская техника помогать, потому что серьезный был засор, невозможно было его устранить, то из канализационного коллектора достали фуфайку. То есть достали куртку, как она попала в канализацию и забила канализацию двух кварталов настолько, что невозможно было достать, разрезали трубу и вытащили оттуда ватную куртку. А також було від славутичан питання, які плануються дії для підняття рентабельності підприємства. І чи можливо як варіант скорочення управлінського апарату комунального підприємства? Ну, управлінський препарат можете теж ознайомитися, або депутати, я сподіваюся, що скоро вони ознайомляться з нашою структурою, з нашою фактичною штатною розстановкою. Оптимизацию, насчет оптимизации мы начали уже в этом году заниматься, возможно, чуть-чуть персонала будет сокращено. Потому что у нас существуют большие проблемы там, с уплатой налогов, скажем так, нам не пересматривают тариф более 2 лет. В прошлом году его должны были пересмотреть, но в связи с пандемией это невозможно сделать. И в связи с тем, что президентом еще до сих пор не подписан на изменения в новый закон о жилищно-коммунальных услугах. Вопрос тяжелый. За последний год долги населения очень сильно выросли. Если мы анонсировали год назад, что население должно было там порядка 3,5-4 миллионов за услуги водоснабжения и водоотведения, то на сегодняшний день сумма уже приблизилась к 6,5 миллионов. За прошлый год платежная дисциплина населения очень упала. Мер мы принимать никаких не можем. Отключать и блокировать канализацию мы не можем. Начали судебную практику, порядка 10 дел сейчас находятся в суде. Ну, через суды тоже достаточно долгая процедура, и далеко не у всех можно, скажем так. Далеко не всех можно даже через суд заставить заплатить свои долги. Над оптимизацией мы работаем. Добре. Крім того, що ви директором КП, ви на додачі ще й депутат Славутицької міської ради. Можливо, ви поділитеся своїм баченням, які для вас, як депутата, є нагальні потреби в місті, з чого б, на вашу думку, потрібно було б розпочати? Ну, я як комунальщик і депутат, звісно, вважаю, що я вже майже 4 роки працюю на водоканалі. Большие у нас проблемы с коммунальным хозяйством. Парк техники изношен до неузнаваемости. То есть, скажем так, периодически даже наши всем известные желтенькие унемоги на прошлой неделе серьезно поломался, и у нас 4 дня мы не могли прочищать канализацию. То есть резервных машин нет. Необходимо покупать дорожную технику. Недавно, скажем так, закончились только лютые снегопады. И не секрет, что все славутичане видели, при поломке 2 унемогов они одновременно поломались на уборке снега. Той техникой, которая в городе осталась, было достаточно тяжело. То есть понятно, что Дэу там круглосуточно убирали 3 машинами весь город, но это тоже не дело. Нужно обновлять парк. Изнашиваются все системы. То есть, скажем так, мы пытались произвести реконструкцию через областной УКС за средства ЦХАЯТа. Оно не удалось, там наша там система водоснабжения, скажем так. Скважины тоже уже в печальном состоянии. Системы там второго подъема водоканала тоже, там насосное оборудование по 20-30 лет насосом, они очень энергоемкие. Существует тоже огромная опасность, что может произойти, не дай бог, какая-нибудь авария, и горожане могут остаться без воды. С КП УЖКХ тоже проблемы, для никого не секрет, что они находятся в стадии банкротства, возможно, уйдут в санацию. То есть, для меня основная проблема, конечно, это коммунальное хозяйство. Коммунальное хозяйство и, скажем так, постоянное уменьшающееся количество населения. Даже по объемам воды за 4 года я могу сказать, что там потребление воды горожан упало там порядка 25% за 4 года. Это очень много. Это не означает, что люди там много воруют воду, это означает, что у нас в городе становится меньше людей. А чому, власне, на ваш погляд, така ситуація? Люди виїжджають? Ну, молодежь уезжает, потому что достаточно сложно найти работу. Даже по сотрудникам водоканала я вижу, как молодежь, отток молодежи происходит постоянно. Допустим, если у меня работают слесаря
которые получают 7 тысяч гривен и умеют, молодые, энергичные, могут работать руками, то, скажем так, в частной структуре в Киеве такого уровня слесаря или сантехники, ну, зарабатывают 20, а того и больше тысяч гривен, то есть в 2, в 3, в 4 раза больше, чем можем платить им. Молодежи тяжело устраиваться, там предприятий-то в городе на самом деле немного, АРС, ЧС. Попадать на эти предприятия тоже крайне сложно. Мало рабочих мест. Угу. З огляду на все те, що ви назвали, на вашу думку, у Славутича є майбутнє? І яке воно? Ну, я считаю, что у Славутича будущее, конечно, есть. У нас все равно красивый, чистый, уютный городок. Мне кажется, надо пытаться привлекать сюда проекты, не знаю, разные. Если там многие озвучивают, что нам нужны серьезные производства, с производством в Украине гораздо сложнее все это организовывается, это там многомиллиардные инвестиции. И потом даже, когда открываются здесь предприятия, оказывается, что и рынок кадров у нас, кстати, вроде как бы работы нет, а с кадрами большая проблема. Когда приезжали узконаправленные, пытались открывать предприятия, то они понимали, что они не смогут найти здесь нужного квалифицированного персонала, его придется привлекать там, с Чернигова или из Киева. Поэтому для крупных производств, наверное, здесь не очень интересно, тупиковая ветка. Хотя там площадя, мощностя, электричество, вода, то есть все у нас, база, территория, все у нас есть, чтобы можно было открыть. Но не идет сюда инвестор. Возможно, необходимо открывать, все-таки, как уже ранее озвучивалось, IT-сферу. Она сейчас активно развивается. В принципе, город удобный для проживания. Возможно, это направление. Ну, тоже есть свои нюансы. Ну, без рабочих мест, наверное, будет тяжело развить город до прекрасного уровня. Ну, я считаю, что это неплохой город, и достаточно он ухоженный. Все стараются, коммунальные службы стараются, все стараются сделать его лучше. Добре, дякую вам за розмову, і славутичанам дякую за увагу. До нових зустрічей. До свидания, спасибо.